Бритва 6-4 выбрался с территории противника. Тем временем агент Майк Родригес получил ценную информацию о том, что в одном из лагерей противника находятся схемы ядерной боеголовки. Сержант Тайлер Уэллс отправляется вместе с Родригесом, чтобы выкрасть эти схемы из лап врага. На позиции. Приветствую вас на канале Asmodee Play. Я проведу тебя через территорию противника. Чтобы попасть в лагерь, тебе нужно протопать по дороге 3 клика. Не зевай, там патрули и вообще противник. Вперед. Вижу противника по ту сторону моста. Разберись с этим. Давай, смотри как. Неплохо, неплохо. Пошли дальше. Ты что, куратор что ли? Ну есть у них чертежи ядерной боеголовки. Господи, в интернете скачают теперь. Escucha. No. Escúchame tú. No lo sabía. ¿Cómo ibas a verlo? No, no me lo dijeron. Lo juro por la tumba de mi madre. ¿Qué? Он готов. Тут никто не ничего не против. Понятно. Стоять. У тебя на 9 часов 2 противника. Дай им разделиться, по одному их снимать будет проще. Где ты их видишь? Разберись с ними скорее. Ну так, это первый. Сектор приз на барабане. Так, ты меня по мостам, да, ведешь? Хоп. Эй, хоп. Этот мост выглядит не особо прочным. Осторожнее. Так. Потихонечку, помаленечку, вот так вот. Противник на вышке. Разберись с ним, прежде чем двигаться дальше. Прямо, ну давай, смотри. В лицо смерти взгляну. Молодец. Противник уничтожен. А ты откуда смотришь-то? Поднимись на вышку. Отличная снайперская позиция. Оттуда зачисти сектор. Не вижу ни хрена. Зачисти сектор. Вы что, издеваетесь? Кого я должен тут зачищать-то, если не вижу ни хрена? О. Давай. Хотя бы вот тебя. Вон он. Так. Кто еще? Ну, здесь я потом спущусь. Как раз.
Вот так, блин, аж. Так. Так, кто тут? Пунк. Патрончики выпали. Ну, скорее всего, там вот он. Стой. У меня недостаточно хороший обзор. Я сейчас поменяю позицию, а затем проведу тебя через деревню. Ну, давай. Я вернулся. Продолжаем. Веди меня через... Ты меня через деревню доведи. Ага, мне сюда. Заползи под здание. Не шуми и будь осторожнее. Твоя цель в дальнем восточном углу деревни. Избегай контакта. Здесь слишком много врагов, чтобы бросаться в бой. Ничего страшного. Я тоже не подарок. Слыхал? Я вот тараканом прополз между вами. Дом на холме прямо перед тобой. Будь осторожен. Прямо передо мной. Там же вроде уже никого нет. Так, со спины ко мне уже не подойдет. Отличная работа. Дождись загрузки файлов и выбирайся оттуда. Так, а меня кто-то ждет, да? Черт, кто-то идет. Я знал. Нифига себе! Бегом! Тебя обнаружили! Выбирайся отсюда скорее! Путь отхода у тебя на тебе! Скорее! Ой! Привычки выбросы! Перейди в кустам! Стоя! Блин! Бегу! Просто бегу. Отлично, ты от них оторвался. Встретимся к северу от твоей текущей позиции. Двигайся. Хорошо. По течению, но будь осторожней. Тебя наверняка уже ищут. Ты уже почти на месте. Доберись до того моста над тобой. Будем смотреть теперь, как нам поступить.
Ладно. Добежал. Рад, что ты уцелел. Я сомневался, что ты справишься. Предатель, да, по-любому? Прогулочка была та еще. Вот то, зачем мы здесь. Хорошая работа. Скажи, ты поддавался когда-нибудь искушению? Знаешь, сколько могут стоить на черном рынке схемы ядерной боеголовки? А, это везде предательство у вас там, нахуй. Вполне достаточно, чтобы я передумал. Предатель хренов. Ну-ну, не нужно оскорблений. Капитан, оттащите его поглубже в лес и пристрелите его. Я выйду на связь, когда получу деньги. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Банальный сценарий. Давай. Агент Майк Родригес оказался предателем. Он украл данные у сержанта Уэллса и бросил снайпера в руках противника. Ну, это я так знаю. Все? Ну, все. Кто ты? Кто вы? Молодцы. Отлично. Спасибо вам. Меня зовут Эльтехон. Это мои люди. Мы следили за тобой. Нельзя было допустить, чтобы эти планы оказались не в тех руках. Слишком уж они ценны. Почему чертежи ядерной боеголовки вам так нужны? Мы считаем, что схемы также содержат данные о местонахождении секретной урановой шахты. Васкис заставляет там работать наших людей. Их нужно освободить. Нужно найти твоего друга и отнять у него диск, пока он не ускользнул. Тебе придется тайно проникнуть на базу. Друга, да, значит? Мы будем за тобой присматривать на случай неожиданности. Давай сделаем это. Ты должен незаметно пробраться через лагерь. Если поднимется тревога, твоего друга уже не найти. Понял. Выдвигаюсь. Так. Ага, подожди. Все. Все путем. А у нас все пучком. Па-па-па-па-па-па-пам. Миссия провалена, понятно. Блин. Так.
Все. Ну давай смотреть тогда, куда я тут могу пройти. Пумк. Успел, да? Блин, хреново, что тут не откалибрована система-то это очень хреново. Ай-яй-яй-яй-яй. Куда дальше-то? Куда ты меня по всему лагерю тащишь? Я еще двоих пропустил. Второй за палаткой. Нет, на вышке. Вот так. Ай-яй-яй-яй. Превосходно. Моему отряду следовало бы у тебя поучиться. База на той стороне моста. Назад, назад. Превосходно. Моему отряду следовало бы у тебя поучиться. База на той стороне моста. Понятненько. Хрена, их не так надо, значит. А если вот так вот их двоих снять и уйти? Превосходно. Моему отряду следовало бы у тебя поучиться. База на той стороне моста. Нет, все-таки. Все-таки не так. Ладно. Следовало бы у тебя поучиться. База на той стороне моста. Пойдем в обход. Поплыли. Не атакуй. Да, блин, я уж понял. Несколько раз попробовал. Не получается. Надо вот сюда нам. Вроде ушел. Я на месте. Где этот сукин сын? Без понятия. Тебе придется обыскать здание. Будь осторожен, эта территория серьезно охраняется.
Я уж понял. Я уже вижу, что она охраняется. Куча алкашей. Значит, обыскать, да, все дома придется. Я думал, это человек, это тень. Тень. Этот ублюдок где-то еще. Потихонечку. Так, теперь в этот сарай, который напротив. Давай. С какой стороны? С той стороны, с этой? Стой. Что-то работает где-то. Так. Здесь ничего нет. Загляни в здание на холме. Понял тебя, спасибо. Что-то не понял, где-то тут что-то высветилось. Здание на холме. Призрак дома на холме. Так. На холме. Как мне? Нет, не так. Ой. Даже не думай о том, чтобы выдать себя. Да блин. Как-то я не собираюсь, охота жить. Выдать себя, да ты дебил, что ли? Хрен отмашешься. Нет, я отмахаюсь, конечно, но то, что спалюсь, это 100%. Так, как мне быть-то? Блин, чуть не накосячил. О, так у меня этих патронов было 70, а сейчас уже 100. Неплохо, неплохо. Хотя я ими не пользуюсь, конечно. Но все же. Так, ну ты-то уж. Точно. Попал. У тебя-то это судьба. Он где-то еще. Расчисти себе путь. Но. Цель вижу, но выстрел невозможен. Он уходит. Придется идти через лагерь с боем. Действуй по обстановке. Мы начинаем атаку. Попробуем отрезать ему путь. Нифига себе. Да подожди ты. Что так?
Все? Вперед, вперед! Достал его! Прямое попадание! Давайте там активнее, он идет к вам. Он идет к нам. Это хорошо. Это мы рады, что он к нам идет. Подожди, а ты что такой-то? Давай скорее за баранку, я займусь пулеметом. Поймать предателя. Пешеходом, что ли? Ловить его. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!